Граждане Российской Федерации имеют право владеть и распоряжаться некоторыми видами оружия. К ним относятся охотничьи ружья, гладкоствольные с нарезным стволом. В целях самообороны используются оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты и бесствольные системы. Нельзя забывать, что владеть подобным оружием можно только имея лицензию. Раньше, чтобы подать на нее заявление, нужно было идти в лицензионно-разрешительный отдел. Теперь же это можно сделать, не выходя из дома. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться в сети интернет в портале государственных услуг, введя в адресной строке браузер госуслуги.ру. Если возникает проблема, самостоятельно зарегистрироваться на сайте государственных услуг на территории Одинцовского муниципального района функционирует 16 многофункциональных центров, где сотрудники МФЦ оказывают помощь в регистрации на портале госуслуг. Однако посетить лицензионно-разрешительный отдел гражданину все-таки придется. Сначала для того, чтобы отдать собранные документы, а потом, чтобы забрать готовую лицензию, при условии, если законных оснований для отказа в ней не будет. В Одинцовском районе данная услуга пользуется большой популярностью. Численность проживающих на территории района владельцев оружия позволяет сформировать около 10 пехотных полков. В настоящий момент зарегистрировано 12,5 тысяч владельцев, в пользовании которых находится 19 300 единиц гражданского оружия. Тем, кто хочет пополнить эти ряды, но не знает, что нужно для этого сделать, следует обратиться в МФЦ или позвонить в лицензионный отдел по телефону, который вы видите на экране. Не стоит забывать, что оружие – дело серьезное, поэтому его владельцам необходимо строго соблюдать технику безопасности и российское законодательство. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».